Спарта, Строитель, 2-2. Была сложная игра, можно сказать. 2-0 проигрываю. Да. И сравнять. Было тяжело, конечно, сравнять. Да, да. Мы знаем, камбэк сделали. Да, мы сегодня сделали камбэк. Мы показали, конечно, характер во втором тайме. Пацаны молодцы. Сегодня отдельно у нас получается вот вратарь. Да, второй да, раз да, уже подряд получает. Да, на пенальти. Думаю, без него бы звезда. Да. Он сегодня забил победный пенальти, получается. А я вот голос надорвал, я орал. Да, спасибо Сергели, ну, соперникам нашим. Строителю. Сергели Строителю, они молодцы, хороший футбол показали. Вообще на уровне был сегодня футбол. Молодцы, с характером сегодня. Вот интересно прям было наблюдать и болеть. Вот два дня будем болеть теперь. Поэтому ребятам тоже вот пару слов надо дать, они молодцы сегодня. Брзак финал, да, и тудом, куда холст финал, и чехан, зыб чухту, и мэна худа холст. Он говорил. То, что задачу поставили. Да, да, да. Он говорил, когда он тот раз на 1/8 финала сказал, что мы выйдем в финал, ну, дай бог, будем бороться, вот он сделал обещанное. Спасибо. Ну, привез один раз, правда, ну ладно. Ну, бывает без этого, как бы, кто не ошибается, тот не играет. Спасибо большое. Всем вот организаторам всем спасибо, команде соперников тоже спасибо. С победой вас. Спасибо. Спасибо вам тоже. Удачи остальным. Спасибо.